Всем привет, подписчики, привет. Хочу сделать обзор на банкноту в России. Вот такая банкнота есть у меня в коллекции. Это 100 рублей 1919 года. Вот год. Это юг России, Ростов-на-Дону. Здесь изображен солдат с вымпелом. Вот здесь вот можете видеть памятник Минину и Пожарскому. Достаточно красивая банкнота. Покупал я ее где-то в 99 году. Также есть водяные знаки. Вот. Так я не доставал ее с полиэтилена. Как купил, так и лежит. Банкнота, конечно, в таком среднем состоянии. Цена ей будет где-то около 300 или 400 рублей. Есть небольшой надрывчик. Ну, а так в целом для коллекции вот такая банкнота. Номер АК-82. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго!